почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Стремление некоторых авторов к гиперболизации собственных творений и жанров, к сожалению, встречается довольно часто. Но ничего страшного. Конечно, в этом нет, но все-таки читателя, то есть потребителя, это вводит в заблуждение. Антон Кротков обозначил жанр своей книги «Карикатура. Непридуманная история». Как самая полная энциклопедия обо всех жанрах и эпохах. И все это вместе с картинками на 320 страницах. Опять-таки, ничего страшного. Но, однако, каков замах? История и самая полная энциклопедия обо всех жанрах и эпохах. Исполнил ли автор свое обещание? Глава первая. Очерк по истории карикатуры. Перенесет нас в каменный век, к наскальным рисункам, насмешливого содержания которых, по утверждению автора, крайне мало. Потом в античность, в Древний Египет, в Германию XVI века с упоминанием Альбрехта Дюрера, Питера Брейгеля, Лукаса Кранаха-старшего, Иеронима Босха, затем в XVII век и в XVIII. Особое внимание уделит работам Уильяма Хогарта, Джеймса Гильрея. В своей первой главе он вспомнит и русский патриотический лубок, и немецкого художника Отто Дикса, и выскажет свое яростное неприятие тоталитарному режиму, при котором карикатура становится цепным псом власти. Ну, понятно уже, что в Советском Союзе, по мнению автора, неправильно или неполно понимали, что такое карикатура. Отдельные главы посвящены художнику-карикатуристу Борису Ефимову и Кукрыниксам, враждебным типажам, которые породила советская идеология, и на долгие годы они стали затертыми страшилками для населения СССР. Херлуфу Битструпу, Константину Ротову, Франсуа Лежону, известному как Эфель, советской карикатуре, ну и комиксам, конечно. Безусловно, автор проделал огромную работу, но в полной мере не смог объять необъятный жанр карикатуры. Обидно, что в книге даже не иллюстрации, а иллюстративные цитаты, часто крошечные, плохого качества. В недоумение приводит неуместность их использования. Так я надолго задумалась над тем, почему для иллюстрации вазовых картинок с комическими сюжетами периода Афинского государства приводится репродукция Рубенса «Пьяный Геркулес», страница 14. Ну, а дальше уже не так впечатляешься несоответствием и ошибкам. Сам Анатолий Кротков, журналист, написал около 40 книг разного жанра, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».